Давай! Не останавливайтесь! Не останавливайтесь! Нет, жит морозы, кинги вас там да хуй! Неги! Кого 21-ю статью будем соблюдать? Друга. Қоғамдық өзіміздің біздің пікірін Қазақстанның қоғамының қарсылығы ұлы отын гептелмен Я хочу обратиться прежде всего к гражданам. Не будьте равнодушны. Наше здоровье нужно только для нас. Если мы сами не объединимся, если мы не скажем все вместе это нет, то Российская Федерация вкупе нашими казахстанскими чиновниками собирается дальше продолжать травить как нашу землю, так и нас.